Добрый день, наши уважаемые подписчики и зрители. Не пугайтесь, компания Agravit Сервис не занялась продажей оружия. Это всего лишь мирные аппараты горячего тумана. Следующая ступенька нашего обзора. В прошлом обзоре мы рассматривали генераторы туманы мини, которые работают на туристических баллончиках газовых. Данные генераторы используют в качестве топлива 92 либо 95 бензин. Главное требование к бензину, чтобы он был чистый и настоящий. Вот я вам показал топливные баки. На топливных баках везде есть так называемые декомпрессоры, которые служат для сбрасывания давления. Вот. Кратко остановлюсь на каждом из них. ТАЖ 130. Великолепная облегченная модель с минимум настроек. Труба из облегченного сплава. Бак пластиковый, устойчивый к агрессивным средам. Минимум настроек. Полный автомат. Запускается кнопочкой. Работает, обрабатывает. Вот дальше. Бестфогер. BF-150. Ну, это классика. Полностью изготовлен из нержавеющей стали. Вот. Множество регулировок. Также является полным автоматом. Вот кнопочка. Оп. Вот. Далее. TH-180. Ну, хочу вам сказать, если предыдущие модели можно было сравнить с крупнокалиберными пулеметами, то это уже, я вам хочу сказать, небольшая пушечка. Вот. Поставляется он на металлическом шасси, так называемом, сварной раме. Имеет просто огромный бак. Вот. Также множество настроек, которые удовлетворят самого капризного потребителя. Вот кнопочка запуска. Данный аппарат может, так сказать, эксплуатироваться как вручную, но вручную его тяжеловато эксплуатировать. Вот. Как и можно эксплуатировать его на квадроциклах, мотоциклах, пикапах, тележках различных. Ну и просто стационарно. Вот, ну, в принципе, вот и все, на чем я хотел остановиться. Более подробное описание на нашем сайте Agravit Сервис. Пишите нам, звоните. Мы поставляем продукцию по всей России. Ждем ваших заявок. До свидания.